Кадрлы бауырлар, өмір сынақ мекені. Уважаемые братья, жизнь человека с момента появления на свет состоит из радостей и каких-либо испытаний. Так как жизнь — это место для испытаний, поэтому наивысшим благом для мусульман является умение преодолевать жизненные трудности. Наш народ во времена тяжелых испытаний не терял надежду и уповал только на Всевышнего. Поэтому призываю вас всех молиться за весь мир, за спокойствие и здоровье наших соотечественников. Мы народ, который знает цену словам, доброе слово, душе опора. В такой нелегкий период мы должны оказывать друг другу поддержку. Довольство людей поможет обрести довольство Всевышнего. Чистота и вера являются равнозначными понятиями. Самое главное для профилактики распространения вируса, мы должны уделять особое внимание гигиене. В документе «Семь духовных опор» мы уделили особое внимание таким благородным качествам, как духовность, любовь к родине, образование, единство, трудолюбие, культура и справедливость. Руководствуясь этими категориями, призываю всех максимально оказать поддержку друг другу в благих делах. Уважаемый Жамаат, казахский народ с отвагой и достоинством прошел через многие испытания и бедствия. Человек, встречая все трудности со смирением, непременно обретет довольство и милость Аллаха. Всевышний Аллах в 153-м аяте суры Аль-Бакара сообщает: «Воистину Аллах с терпеливыми». С помощью Всевышнего Аллаха, а также нашей сплоченностью и верой, мы надеемся преодолеть это испытание. Пусть Всевышний Аллах убережет нашу родину, весь мир от данного недуга. Желаю всех благ Всевышнего.